Сегодня в полицию поступила информация о нахождении на территории города Архангельска медведя. Наряд дорожно-патрульной службы ГИБДД, заметив дикое животное около торгового центра, расположенного по улице Гайдара, проследовал за ним до улицы набережной Северной Двины, предупреждая граждан по громкоговорящему устройству о приближении опасного животного. Около 3:45 у дома 80 по набережной Северной Двины медведь набросился на мужчину 96-го года рождения, пытавшегося запечатлеть дикого зверя на камеру мобильного телефона. Для спасения жизни человека сотруднику ГИБДД в соответствии с федеральным законом о полиции было применено огнестрельное оружие. Потерпевший был доставлен в травмпункт, где ему была оказана необходимая помощь.